Заплыв по Большой Ордынке. Так, прошли первый. Второй. Так, что там у нас? Вау-вау-вау, сейчас пешеход от меня прикладно. Суровый мужик. Проходим. Проходим. Пацаны, как это у хайкеров называется? Порог. Вот. Ой, там женщина сидит. Ладно. Там аккуратный. Так, 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 обходит каяк. Слева, слева обошел. Так, надо. Надо переходить на другой маршрут. Потому что тут невозможно двигаться быстро из-за того, что зальем пешеходов. Так. Каякер слева. Тем временем выбивается вперед. У-у-у, сейчас поплывем. Нет, не поплыли. Черт. Пока идем ровно. Выбиваемся вперед. Но нет, опять мешает стоящий человек. Слушайте, ремневка вообще не работала. Ну это же какая-то жесть. А тут что? Ребята, как вы сделали Большую Ордынку? Вот посмотрите. Вау, бьет прямо из-под люка канализации. Прекрасно, продолжаем репортаж. Ну, вроде поспокойнее.